или принесут они экономическую пользу для нашего города. Вот об этом стоит говорить. То есть вы не против временного ввоза мусора? Нет, абсолютно нет. И тем более надо понимать, что это не только экономически целесообразно, но и это помощь. Мы живем в соборной Украине. Почему-то забываем, что соборность – это единение. А начинаем говорить о личном и маленьком местечке. Поэтому вот мы за это. А то, что если не будет туда деваться собственно? Я думаю, что умные люди, мы недооцениваем тех, кто принимает такие решения. Если решения принимаем, почему-то мы считаем, что это нелогично, не умно, а мы умнее тех, кто их принимает. Давайте быть объективными и уважительными тем людям, которые берут на себя вот эту ответственность. А скажите, вот эти люди, которые пикетировали во вторник женщины пенсионного возраста, вы понимаете, кто это был вообще? Что это такое? Понимаете, кто бы ни были, можно легко сформировать общественное мнение и направить его. Бабушки, у нас, к сожалению, беда, когда бабушки решают долю молодых людей, будущее нашего общества. Вот это большая беда. И мы опираемся на неграмотных бабушек и делаем от этого выводы о положении и мыслях всего общества в нашем городе. Представьте, пожалуйста, имя, фамилия ваше. Белецкая Людмила Леонидовна.